хочу сказать вам о том, что я ничего не имею против избыточного веса. Каждый человек, кот или собака, выбирает свой путь самостоятельно, но даже собака-переросток не хочет кушать, хозяйка не хочет кушать в этом видеоролике, но кот очень даже не против перекусить. Его миска пуста. В принципе, это неудивительно, ибо кот очень-очень огромный и перекормленный. Значит, постоянно употребляет пищу. Его миска постоянно пуста. Хозяйка смотрит на него и как будто бы спрашивает, что тебе от меня нужно, милый мой котик. Но кот все же продолжает просить еду. Он не будет охотиться на мышей, на крыс. Нет, он будет просто есть и толстеть, толстеть и толстеть. Снова и снова употребляя пищу и становясь все жирнее и жирнее. Когда он остановится, я не знаю, возможно ли это.